Еще раз пошумим, это был финал. Ну что, начнем мы, наверное, с того, что определим третье место, да? Или второе место ты хотел? Второе место, так интересно. Похвалим того, кто второе. Итак, определяем, кто занимает второе место. Ну это же у человека, кто займет третье, две надежды будет. Зачем два раза мучить, а? Ну ладно, хорошо. Так, второе место. Красная черепашка, это на второго. Кто занимает второе место? Ты же понимаешь, я надеюсь? Что он может не понять? Судьи. Три. Два. Один. Второе место, Бэтмен. Красавчик. Так, зеленая сова, подожди. Ну и наконец осталось определить, кто же победил. Зеленый динозавр или зеленая сова? Кто зеленее? Давайте вместе отсчитаем от 5 до 1. 5, 4, 3, 2, 1.